У, ребята, здрасте! Наконец-то мы вернулись в детский садик. Игорь, Женечка. Ура! Офигеть, как мы тут давно уже не были. Вы соскучились? Я очень соскучилась. Соскучился. Вперед, давайте писать. Посмотрим, что там уже. Кстати, подождите. Стойте. Вы знаете, какой сегодня день? Какой? Сегодня, ну точнее не сегодня, а завтра ночью, то есть будет Хэллоуин. Да? Да. А смотрите, тут уже все украсили. Офигеть. Ого, Тамарка-то постаралась, видно, да? Вот как я давно Тамарку не видел. Тамара, иди поцелуемся. Офигеть. Так, ладно, давайте проверим, как там наши ребята в детском садике. Давайте. Все на месте. Рома. Ваня! Охранник Петрович на месте. Петрович, как обычно, бухает. Нужно бухать за... Смотрите, кого я нашел! Смотрите, вот и кажется, что на всех обиделся. Не обижайтесь, пожалуйста, не обижайтесь. Так, может, пойдем в наш портал? Мы уже давненько там не бывали. Да, вперед. Пошли, Женечка. А что мы будем делать-то на Хэллоуин? Что там делают? А что там делают? Конфеты просят, да? Да, конфеты или жизнь. Говно, давай конфеты. Конфеты, Жека, давай конфеты. У тебя есть конфеты? У меня нет конфет, я вообще-то худенькая, я слежу за своей формой. Ну вот, нет конфет. Пошли. Портал поменялся, ребята. Конечно поменялся, это же Хэллоуин, нифига себе. Давай. Стрёмный какой. Готово. Давай. Два. Три. Половинка. Давай. Ладно, три, поехали. Нифига. Ну что, зацените мой костюм, как вам? Это ты на Херобрина похож? Я человек-корова! Коль, смотри, как тут стрёмно, а! А у меня крылышки! Офигеть! Ого! А у меня шапка какая-то, не знаю, комсомольская. Пошли. Пойдёмте. Так, да, а что мы будем делать? Конфеты, да, собирать? Да! Пошли. Сейчас надо просто угрожать. Не, я знаю, как это делать. Да? Ну сейчас, да. Давай. Девочка будет звонить, Тихо. Не звоните, звоните. Да говно, как? Не работает, отстучите. Стучи в двери. Опа. О, здрасте. Что там горят? Конфеты или кошелек? Не, или жизнь. Или смерть. Или смерть, да. Ща пырну тебя, давай конфеты. Да, давай конфеты. Все, забираем конфеты и бежим. Давай. Сникерсы, ребята. Там сникерсы забирай. Выпали. Давайте. О, да. Я все сникерсы заберу. Все, которые у меня. У меня 6 штук, прикинь. У меня тоже. Он всем по 6 штук дал? Да. Так, давайте. Следующий дом, давайте. Следующий дом, давайте. Что тут? Ого. А ну открывай, сова, медведь пришел! Открывай! Открывайте дверь! Это тоже не работает, так. О, заработало. О, работает звонок. Бабуля, конфеты или смерть? Бабуля. А где бабуля? Вот бабуля. Где бабуля? Вот бабуля стоит, ты что? Не вижу бабулю. Ер, ты что, дурак, вот бабуля стоит. Нет бабули! Маску сними, ты ничего не видишь из этой маски. Сними маску. Вот бабуля. Бабули нет! Вы с кем разговариваете? Женечка, что с ним? Ты уже пил сегодня что-то, Игорь? Смотрите, я нашел все-таки бабку, вот она. Прозрел. Ты бабку гоблин? Идиот, забирайте быстро киткат или что это? Давай, пока. Давай, пока она не очнулась. Игорь, дебил. Ты, кажется, эту бабку вообще убил. Давай. Да не убил, она просто оглушенная, понимаете? Да, конечно. Да, смотри, бабка. Бабка жила. Валите. Сюда, быстрее! Игорь, ты куда в лес убежал? А ну давай сюда, сиди. Я думал, в лесу там это, что надо спрятаться от ментов. Да, нормально, бабка старенькая. Побежали. Бабка старенькая, бегать не умеет. Так, опа. А ну открывайте. Тихо. Кто это там? Смотрите, какие костюмы у них крутые. Вампир там. Они что-то не моргают. Давайте посмотрим поближе. Давайте через окно. Там кровь. Кровь на стене. Крутая искусственная кровь, да? Офигеть. Они не моргают вообще. Они не шевелятся даже почти. Я боюсь, мальчики, я то не пойду. Женечка, не бойся. Я хлопнаю как бабку. Это костюмы. Какие бабку? Ну что, давайте ворвемся, я хлопнаю как бабок, да? Какие бабки? А я боюсь, мальчики, боюсь. Почему всех ты... Ой. Дебил! Чё ты на всех нападаешь? Вали! Давай убили, что ты делаешь, дебил, а? Чё ты всех нападаешь на всех? На зло, я Хэллоуин, я человек-корова.
Ой-ой-ой, Игорь, иди сюда, Игорь, иди сюда! Женечка, с тобой все в порядке! Женечка! Меня кажется, укусили в попу! Очнись! Игорь, Игорь, её укусили, вампиры! Офигеть! Ай-яй-яй! Съешь сникерс? Да, а ну! Ты когда голоден, давай! Эдичка, по-моему, сникерс не так помогает. Я тоже что-то заметил. Женечка, Женечка, с тобой все нормально! Чё-чё-чё, Игорь, чё это был за хрень, Игорь? Она улетела! Так, а чё-чё-чё... Короче, давай за ней, чё мы стоим, тупим, давай! Побежали, побежали. Что-что-что? Я не понимаю. Я тоже что-то не понял. Ты видел когда-нибудь? Офигеть. Чё за сникерс ты едал? Ой-ой-ой-ой, я чё-то боюсь. Игорь, Игорь. Да ну нахер! Пошли отсюда, Игорь, пошли! Да стой, стой, Эдичка, чё? Стой! Ну ты это видел, ты это видел, что это было? Ну, это Женечка. Женечка. Кровь, кровь, хочу кровь! Успокойся, какая! Не бейте меня! Какая кровь, какая кровь? Не бейте меня! Это ещё кто такие? Кто это такие? Офигеть! И Женечка, Женечка, стой на месте, Жека! Хочу кровь! Так, это да еще стой, кто? Да тут эти какие-то нападают, кто дебилы маленькие! Кто это вообще такие? Кровь! Какая кровь? Игорь, она вообще с ума сошла! Стой! Все, убили вроде. Женечка, стой да на месте, стой, какая кровь? Успокойся! Женька! Так, Игорь, Игорь, у тебя есть чеснок? Застряла кровь! Игорь! Чеснок! Давай, я открыл, Жень, давай! Не помогай! Игорь, держи ее! Держи ее, у меня синовый кол есть! А ну давай, засунь, запень! Жека, разведись, Женечка! Не помогло, что делать с ней? Кровь. Какая кровь? Меня не надо кровь. Нет. Эдичка! Чё делать? Я не знаю, ничего не помогает. Только лайки могут нам помочь. Лайки? Кровь поможет нам. Не надо кровь, ребят. Не давайте ей кровь. Поставьте лайки, пожалуйста, чтобы Женечка стала нормально. Нет, только не кровь, Игорь. Скажи что-то, я не знаю. Кровь! Какая кровь? Эдичка, у нас небольшие проблемы. Уже светает. Бляха-муха, что делать? Наш днем сгорит просто! Закапывай её быстрее! Отойди! У меня есть лопата! Кровь! Тебе надо не кровь закапывать! Вот, кровь, Женечка, вот смотри, тут кровь! Вот тут в ямке этой кровь! Тут кровь? Да, там много крови! Смотри! Кровь? Да, вот видишь, там красненькая такая кровь! Там точно кровь? Отвечаю просто! Ну ладно! Ну чё? Где кровь? Надо чеснока для профилактики туда. Где кровь? Вы меня обманули! Где кровь? Закапывай её, давай! Вы меня обманули! Закапывай! Давай! Кровь! А там нету крови? Ой, я думал то, что там есть! Всё! Ой! Так, всё, быстрее, нам нужно переждать день, пока тут... Кровь! Мы сюда ночью... Женечка, мы ночью вернемся, не переживай! Так зачем ты выкопалась? Ты же сгоришь, дура! Пока! А кровь! А вот я тебе киткат дам, держи киткат, он получше крови, пошли, Игорь! Не тормозни, сникерсни, держи! Да. Всё, пока! Ой, Игорь, я не знаю, что делать, ладно, давай будем что-то думать, пошли! Пошли, нам нужны лайки, всё, пока!